Коронация узулусов. Новым монархом признали принца Мисс Узулу. Тысячи подданных посетили торжественную церемонию возведения на престол. Согласно традиционному ритуалу, король вошел в свою резиденцию, чтобы быть представленным своим предкам и получить благословение. Его отец, король Гудвил, умер в марте этого года от последствий коронавируса. Нация зулусов – крупнейшая этническая группа Южной Африки.